Сумма длин диагоналей выпуклого пятиугольника больше его периметра. Итак, А, Б, С, Д, Е. Идет две буквы. Буква П это вот что такое. Это сумма длин всех сторон. Вот. И нужно еще какую-нибудь букву для суммы диагоналей. Дело в том, что буква D уже занята, поэтому первую букву слова диагональ. Давайте я введу букву суммы длин диагоналей. Требуется доказать, что P меньше Z. Периметр меньше, чем... Я, наверное... Да, пожалуйста. Может, без А, может, без... Ну, давайте. Значит, там вот есть вот эта вот звездочка. Ну, да. Берем, насмотрим любую сторону. Например, АЕ. Да. Там есть у звезды отрезочки, которые могут дополнить из АЕ. Абсолютно. Надо посмотреть, дайте треугольник. Такой. Все понимают? Да. Сумма вот этих двух отрезков больше, чем длина отрезка АЕ. Сумма вот этих отрезков больше, чем DE. Сумма вот этих больше, чем C. Понимаете, да? И так для каждого треугольника. И получается, что сумма длин сторон меньше, чем сумма длин вот этих отрезков. Понятно? Да. Заметьте, пожалуйста, вот эти вообще не участвуют. Вот эти вообще не участвуют. Победа? А теперь, господа, а вот если P разделить на Z, это, конечно, будет меньше единицы. Это понятно. А может ли это быть сколь угодно близко к единице или нет? Я так понимаю, вообще должны нарисовать какой-нибудь пятиугольник, да. Который... Вы должны, даже не какой-нибудь, а семейство пятиугольников, которое при некотором своем вот изменении доказывает, что... Мне кажется, это правильный пятиугольник. Нет. Смотрите, четыре точки прям почти в одном месте и одна очень далеко от них. Давайте посмотрим. Четыре точки очень близко друг к другу, да? И одна на расстоянии там, в километрах, да? Хорошо, давайте смотреть тогда. Чему примерно равен периметр такого пятиугольника? Ну, вот этим двум сторонам. Два километра, правильно? Двум вот этим длинным отрезком. Хорошо. Теперь диагональ. Вот эта диагональ маленькая, это маленькая, это маленькая. А какие диагонали большие? Согласны? Да. Вот эти диагонали большие. Получается тоже почти один. Так? Ну да. Значит, это не просто оценка сверху. Это точная оценка. Написать здесь 0,98 нельзя. И вообще никакое число меньше единицы написать здесь нельзя. Потому что частное бывает сколько угодно близко к единице. Так? Да. Замечательно. Все понимают, что это число больше нуля. Вот это оценка не точная. Найдите, пожалуйста, точную оценку снизу. Может, фигура, которая очень похожа на треугольник, просто какие-то точки лежат. Видите, для этого нужно доказать, что величина P больше, чем, я не знаю, чем 1/3 Z. Или 1/10 Z. Или там что-то, не знаю, что там будет. Не хочу подсказывать. Надо как-то... Половина? А? Вот, а вторая? Да, правильно ответ, одна вторая. Значит, есть там три точки в одном месте и две в другом. Так. Давайте. Три точки близко друг к другу в одном месте и две точки в другом. Так, да, хотите? Да. Давайте, как здесь, там, здесь миллиметр, а здесь вот километр. Да? Здесь огромное расстояние, здесь очень маленькое. Хорошо. Тогда периметр это будет примерно 2 километра. Хорошо. Какие диагонали короткие? Ну, понятно, какие. Вот это длинные короткие. Да. Какие диагонали длинные? Понятно, какие. Раз, два, четыре. А, и вот это. Четыре остальных. Три. Есть три? Да. Да. Четыре. Да. Четыре? Получается, одна вторая. Да. Одна вторая. Так вот, на самом деле, не просто бывает сколь угодно близко к одной второй,
а и всегда больше, чем одна вторая. То есть сумма диагоналей меньше, чем удвоенный периметр. Скажите мне, почему это так? Пятиугольника сумма диагоналей меньше удвоенного периметра. Да. Может быть, ну, так с каждой этих пяти сторон, когда мы считаем дважды... Нет, с каждой из этих пяти диагонали. Диагонали. Когда мы считаем дважды периметр и каждый и эти диагонали, да? Абсолютно верно. Все получится. А давайте-ка, вы сейчас должны под его руководством писать неравенство. Так, давайте. Значит, да, не белый, возьмите белый. Вот, писать неравенство. Значит, вы диктуете, она пишет вот здесь. Быстро. Берем диагональ. Какой? Пишите BD. BD меньше, чем BC плюс CD. Плюс CD. Не здесь пишите, не так. Вот сюда прям пишите. Да. Отлично. Дальше. AC. Не-не-не, подойдите. AC. AC меньше, чем AB плюс BC. Это все понимают? Mm-hmm. Отлично, дальше. C нет. Так, это здесь каждую неделю спокойно к этому относимся, это просто танцы, музыка и так далее. Спокойно. Да. БЕ меньше, чем БА плюс АЕ. И АД меньше, чем АЕ плюс ЕД. Так, а теперь отойдите, чтобы все увидели и поняли. Для каждой диагонали неравенство треугольника, так? Да. Каждая диагональ отсекает от выпуклого пятиугольника треугольник, ну и остается четырехугольник. Про четырехугольник ничего не пишем, а про треугольник пишем. И что мы теперь делаем с этими неравенствами? Складываем. Что получается слева? Нет, не П. А, ничего не надо писать. Посмотрите. Да. Слева что такое? Сумма диагонали. Сумма диагонали. А справа? Два периметра. Почему два? Каждого сегмента по два раза нужно. Каждый отрезок. БЦ, видите, два раза? Да, и А, С, Д два раза. Ну, проверьте. Все отрезки по два раза. Да, да. Победа? Да. Спасибо. Отлично. Так. Правда еще?